Сейчас вот недавно у нас последнее по поводу пенсионной реформы, которая вот недавно была принята. Тоже, значит, я... Это тоже мне пришло в голову. Значит, на тему еврейской народной песни, на музыку еврейской народной песни «Тумбалалайка». Да-да-да. Стар, чтобы взяли меня на работу, мог был, чтоб пенсию мне получать. Так что пойду я в эту субботу, вам в переходе буду играть. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лай. Тумбала, лайка, шпильбала, лайка, тумбала, лайка, фрейлек зорзайн. Был комсомольцем, я был пионером, в армии тоже пришлось послужить. Только не стану пенсионером, видно, до пенсии мне не дожить. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лай. Тумбала, лайка, шпильбала, лайка, тумбала, лайка, фрейлек зорзайн. Очень правительству я благодарен, правильный и экономный бюджет. Мы на обед макароны отварим и обойдемся без сигарет. Мы на обед макароны отварим и обойдемся без сигарет. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лай. Тумбала, лайка, шпильбала, лайка, тумбала, лайка, фрейлек зорзайн. Привет. Спасибо.